Ну что ж, ребятки, я всех приветствую. Сегодня у нас будет довольно-таки интересное видео для заработка. Сегодня я проверю, сколько можно заработать на ферме без скилла, но с хорошими генами. Раньше ферма была максимально прибыльной работой, то есть там можно было спокойно за час заработать около 2 миллионов. Но потом ее пофиксили, добавили скиллы, и теперь, чтобы там хорошо зарабатывать, нужен скилл. Кентафурики, я вам напоминаю, то, что игра на проекте Amazing Holy Play на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но при старте игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полуканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Ну шо, ребятки, не буду вас задерживать. Желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, давайте начинать. Сейчас я покажу все, что нам нужно для того, чтобы мы начали работу. Я выращивать буду тыквы, потому что у меня есть отличный ген. Вот, получается, джишечки. Это ген роста, то есть они максимально быстро должны вырасти, где-то за 40-45 минут. Ну что, ребятки, вот наша бабусечка. Баба Нина, добрый вечер, как говорится. Так, вот другой ассортимент. Нам нужны химикаты азотные. Подожди, или это удобрение надо азотный? А, удобрение надо азотный, ебаный рот. Извиняюсь, ребята, просто давно этим не занимался. Если честно, очень много всего позабыл. Так, лейка, покупаем, конечно же, лейку, которой у меня нету. Все, воду мы тоже, конечно же, покупаем, потому что вода нам очень сильно пригодится. Теперь покупаем химикаты. Химикаты нам нужны все, потому что могут разные быть насекомые, поэтому... Ну шо, ребятишки, девчонки, мальчишки, я уже прибыл, короче, на ферму, но там нету воды, там, где я хочу арендовать, получается. То есть вот мы прицеп берем, едем, получается, к скважине, и там уже набираем водичку, отвозим туда, я возвращаюсь за бэхой, и мы начинаем выращивать тыквы. А так, в целом, ребятки, если вам этот ролик понравится... Если на этом ролике будет 150 лайков, то я возьму и буду качать скилл. То есть буду стараться вкачать максимальный скилл на ферме. То есть я так подумал, чтобы мне быстро скиллапать, мне нужны гены ускоренного роста. То есть благодаря этим генам можно быстро качать скилл, потому что они быстро растут. Вот так вот можно просто садить постоянно. Оно будет быстро расти, и вы тем самым будете качать максимально быстро скилл. По поводу скилла, получается, у меня, то есть, нулевой скилл. Где тут фермер? Вот фермер, получается. То есть, в принципе, качать как бы не особо сложно, думаю. Главное, чтобы у вас были хорошие гены. Но сегодня мы просто проверим, сколько можно заработать, потому что честно, как бы, я раньше на ферме зависал, то есть там реально можно было много заработать, потом ее пофиксили, и больше я здесь не появлялся. То есть вот текущий курс, то есть чем больше на скилл, тем больше получается курс, и тем дороже мы сможем продавать. То есть мы будем выращивать тыкву, тыква у нас стоит почти 6000. То есть дороже тыква, только кукуруза получается. Все, я начал как бы выгружаться, занимает это 30 секунд. Теперь нам нужно выставить нужную температуру, получается тыква от 12 до 27 градусов. Давайте, ладно, 24 поставим. Так, что нам нужно сделать? Мы теперь берем, нажимаем использовать, и как бы вот таким вот образом мы садим. То есть, ну, по факту, реально, работа не тяжелая. Зальем где-то 10 литров, я думаю, и 2 литра оставим для того, чтобы залить, получается, удобрение. Yeah.
Ну что ж, ребятки, осталось собрать всего лишь 2 урожая. Вот, получается, один мы забираем. И сейчас забираю второй. То есть, по дефолту падает, получается, по 8 тыков. То есть, всего я собрал, получается, 48 штук. Сейчас мы поедем их продавать. Кстати говоря, следи за стримами, знаешь, у меня новая клавиатура. То есть, все, я завершил аренду, теперь едем, продаем, как бы, все, что мы вырастили. Посмотрим сейчас, нормальные цены или нет. Надеюсь, то, что нормальные. Надеюсь, мы сейчас неплохо так заработаем, потому что я на это потратил, не знаю, сколько времени. Надо посмотреть, кстати, сколько я времени потратил. Так, первую тыкву я посадил, получается, в 42 минуты. То есть, я посадил, и все вместе это заняло около часа. Ну а так оно растет где-то само по себе 40-45 минут. Просто это пока посадишь, пока зальешь туда-сюда, жила-была, я думаю, сами понимаете. Так, тыквы 4900. Бля, ну курс, конечно, хреновый вообще. Ну ладно, давайте я продам. Я не буду как бы ждать, просто сразу сейчас продам. Я заработал 235 тысяч. То есть, что это по плохому курсу. Если бы курс был хороший, допустим, давайте даже посчитаем. То есть, вот калькулятор открываем. Допустим, тогда курс был 5600, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, 48 умножить на 5600 рублей. Получается 260 тысяч. Ну, короче, чистая прибыль составляет где-то у нас 200 тысяч рублей. То есть, если смотреть на скилл, то есть, да, видите, я 6 штук вырастил, и у меня прибавилось 6 опыта. То есть, в принципе, скилл качать на самом деле несложно, если у вас как бы хорошие гены. То есть, да, работа как бы не особо прибыльная, то есть, я заработал чистыми 200 тысяч. И то, все, что я закупил, я как бы не потратил, то есть из машины я вообще ничего не брал. То есть у меня осталась вода, у меня остались, получается, удобрения, и у меня остались химикаты. Ну, поэтому, как бы, я не особо потратился, мне этого хватит, что я купил, еще раз высадить столько же, мне кажется. Возможно, даже еще 2 раза. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я с вами буду прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Да, как я и сказал, как бы работа не особо прибыльная изначально. Но мне говорили то, что если вкачать 10 скилл, то за 1.5 часа можно делать 1,6 миллиона рублей. А на максимальном скилле можно зарабатывать за 1.5 часа, либо за час там около 3 миллионов рублей. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить промокод. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.